Ну, теперь мы переходим к подведению итогов. У нас есть 4, скажем так, диплома, которые мы выдаем об окончании первого семестра, за победу в конкурсе блогов, за победу в конкурсе видео. И нашим рекомендаторам мы тоже даем подарки, тем рекомендаторам, у которых люди закончили полностью курс и получили диплом. Итак, первый конкурс. Это конкурс блогов. Мы не сильно придирались к вашим фотографиям, но смотрели на дизайн. Многим из вас помогали под дизайн, потому что мы просто вас учили, да, как должен выглядеть дизайн, но вы не обязаны, скажем, точно уметь это делать, потому что для этого все-таки должны быть какие-то способности, наверное, от природы. Вот. Но самое главное, что вам нужно было сделать, это правильно расположить все видео и все модули и форматирование текста. Но с дизайном у кого не получилось, мы вам помогали. Итак, третье место у нас заняли. Если я буду не совсем правильно читать ваши фамилии, вы меня извините. Итак, третье место в конкурсе блогов заняли Ольга Романенкова, Рахымтай Калиев и Сергей Ручьев. Поставьте, пожалуйста, там восклицательные знаки, плюсики, давайте поздравлять людей. Ну, второе место у нас никто не занял, так получилось. Вот, на третьем месте у нас Елена Моцик и Мария, не на третьем, а на первом месте Елена Моцик и Мария Бандура. И у нас еще есть главный приз. Мы не смогли выбрать тоже одного человека. У нас получилось 8 человек. Давайте мы их тоже поздравим. И у нас здесь есть короли и королевы дизайна. И вот здесь вот самый первый блок Марины Тарасенко. Она получила гран-при. Блок называется «Как быть богиней в любом возрасте». Вот девушки разного возраста, приходите к Марине, она вас научит, как быть всегда богиней, да, быть счастливой, классно выглядеть и действительно быть супер-женщиной. Вторая в первом ряду у нас идет Лариса Ревазова. У нее будет семейный клуб. Она здесь будет рассказывать очень много разных вещей. Тоже поздравляем ее. И это касается и семьи, и детей, и бизнеса, и сада-огорода. Ну, короче, все, что семье может быть интересно. Вот у нас несколько человек уже, которые начали делать видео, изучают разные видео. И вот третья в первом ряду у нас Тамара Домникова, которая делает музыкальные открытки и собирает видео. И я знаю, что она хочет делать это более в крутом виде, совершенствоваться. И последняя у нас в первом ряду, самая нижняя, это Ирина Мельникова. Как создавать свой стиль? Она вообще профессиональная портниха, модельер. Она помогает людям и подобрать одежду, и правильно отремонтировать, и старого сделать новое. Ну, короче, очень полезные советы, потому что для того, чтобы хорошо выглядеть, действительно надо выбрать свой стиль, и надо правильно все это подбирать. Переходим к второй колонке. Здесь тоже у нас специалист по видео, который учится в разных программах работать. И вот хочет у нас научиться работать в PowerPoint. Это Игорь Настюшенков. Не уверена, что правильно произнесла фамилию. Способы создания видео. Да, вот он хочет такой делать проект, и это будет его проект. Второй, поздравляем Игоря, потому что он молодец, очень хорошо работает. Второй, во втором ряду, Виктор Гришков. Путешествия по Европе. Вот кому интересно погулять по Европе, вы можете с ним погулять. Третье у нас в этом ряду Маргарита Затруднина. «Дороги вашей жизни». Она нумеролог. Вот вы можете к ней обращаться для того, чтобы вычислить, как вам жить дальше. Да? Это тоже такой важный момент. И последняя во втором ряду у нас стоит Татьяна Махиня, это наш ветеран, она с нами с самых первых наборов, сейчас она решила сделать блог на новую тему «Позитив вокруг нас». Очень приятная, позитивная женщина, так что мы их всех поздравляем, они все молодцы, очень старались,
И у них и всех очень интересные проекты, которые каждому из нас пригодятся. И если они начнут дальше действовать, да, как мы советуем, у них обязательно будет большой успех. Ну, теперь давайте перейдем к видео. Как мы оценивали видео? Ну, должна быть какая-то личная история, которая вызывает эмоциональный отклик. Конечно, надо, чтобы были качественные изображения, чтобы была музыка соответствовала, ну, там, переходы, какие-то эффекты. Ну, название не совсем правильное, конечно, ребята делали, еще нету опыта. Ну, и надо описание на YouTube. Итак, третье место у нас заняла Ирина Мельникова. Хлопаем, тоже поздравляем. Второе место – Виктор Гришков, Сергей Ручьев и Елена Муцик. И первое место – Ольга Романенкова. И теперь переходим к гран-при. Гран-при – главный приз. 5 целых человек. Молодцы, девчонки и мальчишка. Очень классные сделали видео. Тамара Домникова, Лариса Ревазова, Марина Тарасенко, Игорь Настюшенков и Маргарита Затруднина. И мы обязаны, конечно, их видео сейчас посмотреть, потому что ребята действительно сделали классные видео. Ну, молодцы, как настоящие профессионалы. Смотрим, ставьте троечки, кто согласен. Я лично хотела бы вам их показать. Они просто молодцы. А, смотрим. Окей. Итак, сейчас мы смотрим видео девушки Ларисы Ревазовой. Классное видео, и она вообще молодец, просто героиня, потому что у нее очень плохо работает компьютер. Вот сейчас она заказала новый компьютер, но ей очень тяжело, но при этом классно сделала, молодчинка. Поэтому мы ее поздравляем, и у нее все такое позитивное, очень классное. Так, теперь мы смотрим Маргариту Затруднину. Thank you.
Правда, классно, да? Молодец, просто использовала очень много эффектов PowerPoint. Музыка очень хорошая, дополнительные эффекты звука туда поставила. Ну, просто профи. Может идти и уже зарабатывать на этом деньги. Ну, еще взять наши шаблоны, и будет просто супер. Ну, и у нее называется видео «Учись играючи». Сейчас смотрим Марину Тарасенко. Я давно уже хотел подыскать такое дело, что на пенсии шутя зарабатывать. Хотя, где не выходя из дома, заработать. Всем знакомым стала думать и гадать. Пору голову сломать, чтоб исполнилось все в срок. Нужен мне хороший бог. Как же сделать мне такой? Где он? Ключ золотой. Залезаю в интернет, день и ночь ищу ответ. Help, ребята, помогите! Что мне делать? Научить! Друг на почту из рассылки получаю я две ссылки. На подарки, на игру, что тут думать, все беру. Так решение принимая, в три из Steam я попадаю. Академия на диво, и солидно, и красиво, говорят профессора, цели вам идти пора. Только знайте, что не всех ждет вас в бизнесе успех. Если будете стараться, будет что-то получаться. Как известно, без труда рыб не ловят из пруда. Что ж, я начала учиться, слушаться, не торопиться, выполнять задания в сроки, честно делать все уроки и не пропускать подсказки. Появился блог, как в сказке, кнопкой, шапкой и статьей, как хотела я такой, чтоб исполнилось все это. Слушала всегда советы от Людмилы Королевой. Раз, два, три, все готово. Словом, я за обучение получила представление, как создать свой личный бренд и попасть с ним сразу в тренд. И теперь на радость людям я делиться с ними буду, всем, чему здесь научилась, что мне в жизни пригодилось. С интернета я на ты, исполняются мечты. Вот такая сказка, братцы. Ну а коль пора прощаться, мы ура сказать хотим мудрой, славной трести. Чина, и вы видите, какие у нас совершенно разные ролики, каждый по-своему прекрасен. И Марина прям поэтесса, да, такие классные стихи. И у нее тоже компьютер там очень плохо работал, она, бедняжка, столько мучилась, я ей там помогала технически, но все равно сделала такое классное, очень симпатюшное видео. Вот. Молодцы, ребята, вот группа просто потрясающая. Ну и сейчас мы смотрим Тамару Домникову, тоже будет интересно. Вперед!
кстати, какое-то совсем другое видео. Она не только картинки подбирала, она еще делала коллажи. И Тамара, она вообще сидела и так скрупулезно. И настолько, давайте поздравления ей тоже. И настолько аккуратно все, вот, ну, классно, просто молодчина. Ну, сейчас мы показали вам королев наших видео, а сейчас король Игорь Настюшенков. Давайте посмотрим его видео. Мужской подход. Правда, даже музыка и последний аккорд, и с таким юмором, и все так качественно, используя тоже разные эффекты, просто молодец. Вот тут Галина написала, что ее впечатляют результаты, она тут впервые тоже так хочет. Галина, обратитесь к тому, кто вас пригласил на этот вебинар, вам скажут, с чего начать. Я вам хочу сказать, что вот у нас прошел 38-й набор, но меня тоже результаты впечатляют. Вы крутые, вы просто молодцы. Я от вас в восторге. Это здорово. Так, значит, этих мы поздравили. У нас осталось еще одно поздравление. Сейчас я переключусь на новый слайд. Ребята, я вас еще раз поздравляю. Вы просто молодцы. И теперь у нас еще одно поздравление. Что-то полное безобразие меня сегодня все время выбивает. Ребята, я пока слайд найду, вы поставьте плюсики, что вы меня слышите, что все нормально. Итак, рекомендаторы. Значит, кто получает приз как рекомендатор, это человек, у которого курсант хотя бы один закончил полностью курс и получил диплом. Так вот, на сегодняшний день у нас победитель в конкурсе рекомендаторов Ирина Фоменко. И вы знаете, у них получилась династия. Ее на прошлый набор она к нам пришла, пригласила Татьяна Махиня. И Татьяна Махиня у нас в прошлом наборе была победителем рекомендаторов, а в этом наборе у нас Ирина Фоменко – победитель рекомендаторов, и у нее полностью закончила курс Марина Тросенко.
Марин, тебе надо кого-то на следующий набор пригласить и стать победителем в конкурсе рекомендаторов. Ты и так все призы забрала, вот еще осталось только рекомендатором стать. И, значит, кроме этого, надо связаться, ну, со мной или со службой поддержки. Мы даем подарки, и мы обычно давали там одну книжку электронную, а в этот раз вот она написала новую книжку, Ирина, для деток, ну, для родителей про их деток. И у нас обычно обложка стоит 1500, вот я сделала ей скидку на 500 рублей. И плюс мы еще и подарим любую из наших электронных книг. Выбери еще, какую книжку ты хочешь, и мы для тебя ее тоже сделаем. Так что поздравляем Ирину, молодчина!